В преддверии нового учебного года в Большом зале Центра «Досуга Победа» прошла конференция педагогических работников. Праздничное мероприятие, знаменующее начало новой страницы сферы образования. Сферы, объединяющей тысячи людей разных возрастов. Огромный бурлящий коллектив со своими взглядами на жизнь, творчество, политику, а главное, на воспитание и образование подрастающего поколения. Вот они, наши педагоги, опытные, легендарные и только начинающие. Это им мы доверяем своих детей и внуков. Это они наши первые помощники. Их мнение для нас важно. Они вторые родители наших детей и их кумиры. Красивые, светлые, добрые лица и профессионалы своего дела. С предстоящим началом нового учебного года большой педагогический коллектив округа тепло поздравил его глава Виктор Петрущенко. Хочу вам всем пожелать хорошего настроения, чтобы вы на работу ходили с удовольствием. Вам сегодня родители доверяют, наверное, самое дорогое, что у них есть. И я хотел бы, чтобы всю свою доброту, всю свою любовь, все свои знания вы укладывали в наших детей. Тут спрашивали про мечту. Есть ли у Виктора Анатольевича мечта? Да, у меня есть мечта. Я когда шел на эту работу, я мечтал и мечтаю сделать наш прекрасный город еще лучше. Хочу, чтобы у вас тоже была такая мечта, чтобы вы, каждый из вас мечтал выпустить как можно больше лучших, искренних детей, которыми вы сегодня занимаетесь. С праздником у вас здоровья и хорошего настроения. Августовское собрание педагогов – возможность еще раз сказать спасибо за преданность нелегкой профессии учителя и высокие результаты по итогам прошлого учебного года. От имени главы округа, Совета депутатов и Управления образования лучшим из лучших были вручены грамоты и благодарственные письма от Московской областной думы, Министерства образования Московской области, главы городского округа, секретаря первичного отделения партии «Единая Россия», Совета депутатов, Управления образования, администрации городского округа. В адрес большого педагогического коллектива прозвучали слова приветствия его руководителя, начальника управления образования Владимира Кома. Немного грустно от того, что заканчивается лето, теплое лето, но с другой стороны очень радостно, что мы с вами снова встретились, что вы встречаетесь со своими коллегами, со своими друзьями, и вы встретитесь со своими любимыми учениками. Я хочу вас всех поздравить, конечно, всех с наступающим новым учебным годом, с Днем Знаний. И хочу пожелать, чтобы вы получали радость от своей любимой работы. Я хочу, чтобы вы были все счастливыми. С праздником! По традиции, на конференции подвели итоги предыдущего года и определили приоритетные направления на текущий. С особой теплотой в адрес учителей прозвучали слова благочинного церквей Зарайского округа протоиерея Петра Спиридонова. Очень важно для наших детей, это в первую очередь, вот, заложить в них мечту и потенциал. Свою мечту они могут реализовать, только получив образование. Только так и никаким иным образом. Я хочу от всей души поздравить вас с этим праздником и началом нового учебного года. Пожелать вам помощи Божией и помощи наших священнослужителей, в первую очередь, это ответственных по образованию и катехизации отца Дионисия Бутенкова, который всегда с вами. Это ответственный по работе с молодежью отец Михаил Сокрутов, который тоже всегда напрямую работает с вами и с нашими детьми. Здоровья вам, счастья, помощи будем вам. Впереди новый учебный год. Любимые ученики и те, кто впервые приходит знакомиться с преподавателями и классными руководителями, понимающие, ответственные, помогающие, а иногда и сложные родители. Впереди конкурсы и олимпиады, поездки, педсоветы и классные часы. Впереди большая школьная жизнь, которая обязательно станет яркой частью каждого. И пусть любая ее минута будет запоминающейся и по-настоящему классной. Валерий Маркович, Герман Беляев, Константин Куянов. Студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.